Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Комбинированная ДНК. Где Иисус? Значит, все. Смотрим. Звук. Что-то как-то громко стало. Поменьше сделаем. Только взгляни на себя сейчас. А, нет, надо, наверное, вот тут сделать. Так, что ли? Попробуем, ладно. Так, что это? Во-первых, вот так. Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Включаем, я покажу цели. Тебе, на что эта машина способна! Давай, покажи. Чё, они забагались? Чё, они не двигаются? Шпунькс, и всё в натуре. Кто тут у нас ходит? Ну-ка, иди сюда. Ну, завались уже. Отлично. Так, а куда нам надо? Вон туда, 170 метров. Да, отлично. Если я прыгну, я не сдохну, как вы думаете? Мне кажется, это... Ну, можно попробовать. Отлично, не сдохли. Давай, долби. Они все равно ничего нам не сделают. Нам на ту сторону. Чпонькс. И все. Бежим. Бежим быстрее. Максимально быстро. Так, блин, где я вообще? Как мне перебраться на ту сторону? Эй, что это? Подожди. Надо это самое. Стой. Надо отметить все цели. А, отлично, и долбить их. Долби. Это что, тут турель? Нет, не турель, это камикадзе, потому что по-другому его не назовешь. Самоубийца, раз он на меня полез, да? Так, дальше идем, поближе к ним. Я вот здесь я правильно бегу. Здесь по этому мостику, наверное, можно перейти, да? Да? Там еще один перчик. Но он нас не волнует сейчас. Потому что у нас читерская бесконечность энергии. Патрон, вообще круто. Ну, почти бессмертный, потому что мне удавалось дохнуть все равно. И не будем никакие ничего смотреть, никуда бегать. Зачем нам это надо? Просто бежим к цели, и все. Так, как-то странно, метры эти уходят. Закрыть что-то там, закрыть... Червоточину. А, цеф, он туда. О, блин, 170 метров. А, ну вот, вот он наш путь. Луч наш. Бежим, да. Что-то тихо как-то, да? Звук. Назад давайте вернем. Хотя нет, давайте. Можно чуть-чуть как-нибудь убавить? А то не хочу на девятку. Ну ладно, придется. Здесь двадцатку поставим, применить. Все, давай. Че, прыгать туда? А че, крестик? А, не выполнил дополнительное задание. Ну и пофиг. Что за супер прорисовка? Ой, что это, альфа-цеф, да? Нет, это какая-то хрень, по-моему. Произошло. Уничтожить альфа-ц. Это что ли альфа-ц? Подожди, я... Стоп, я ничего не вижу. Наконец-то, мать твою. Ты и я. А как его уничтожить? Все по плану, а? Давай. Это альфа-ц? Бежать надо или что? От него бегать надо? Надо посмотреть, как он меня долбить-то будет. Куда его? В глаза долбить? Еще по стандарту, наверное. И мне убегать надо, да, прятаться? Нет? Или правильно я все делаю? Ой, вон туда, наверное, надо долбить. Да! Ну, как в Dead Space тоже. Ой, контрольная точка. Но это может немного радовать, наверное. Здорово. Здорово. Ты в порядке? Да-да-да, в полном.
принципе, все нормально. Так. Нет, это мой костюм. А чей же еще? Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Подожди, а где он? Не понял. Попробуй. Блин, патроны кончаются. Где он? Сейфы там обычные, да? Если я вот здесь вот... А, вон там, обычные. Сейфы, да? Сейчас мы их пометим. Тут бесконечность должна быть, да? Да, вот здесь, ну-ка. Бам, 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 бам. Бам, бам, бам. Отлично, но это на ближний все равно больше. Минус дал минус. Давай минус. Минус давай. Ты куда ты убегаешь? Ну. Ну завались тоже. Сколько можно? Что, урон слабый идет, что ли? Кто еще? Пинчи сразу отмечаем всякие вот эти. Там еще. Опа, ой-ой-ой, стой, стой. Даже... Ой, вышел, вышел, гад, да? Открывай жало свои. Ну давай! Ну давай! Глаза ему долги. Мне кажется, туда надо долбить. Патрон мало. Какой удар? Подожди. Какой удар? У меня вот это самое. Сейчас я сдох. А куда надо было бежать-то, когда это? Когда удар был? Че, заново что-то все? Блин. Ну, ну так неинтересно. Или не заново. Наконец-то, мать твою. Да, ты заново все. И я. Все по плану, а? Давай. Что, удар идет? А, понял. Он, короче, нацелился тогда. И что мне делать, спрятаться? Ой, а правда, а что в этом случае делать? Наверное, сюда спрятаться. Жало показываю, давай второе. Ну блин, ну чё он? Всё, сейчас этим. Понятно, в общем, надо попытаться как-то убежать от него. Чувствует, надолго затянется, наверное. Отлично, максимальная сила. Все, поднимайся, поднимайся. Нет, это мой костюм. Так, надо это самое... Мы развили вашу технологию. Это быстренько отметим, где они тут. Я могу выдержать в два раза больше. Да завалить все уже наушники. Микрофон. Ну? Что, это все? Или надо обновить? Давай обновим. Не, да, это все походу. Ну ладно, давайте. Бам-бам-бам. Блин. Долби, долби, долби. По одной, по одной. Может поближе к ней подойти просто. Подожди, а тут у меня энергия, так? А, ну здорово. Раз, 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 раз. Не хочу туда бежать просто, извините, конечно. Давайте зажмем, что ли, них. Или как? Сейчас подзарядимся и снова. Бам. Ну. Ну, чё так энергия-то? Слушай, а чё так урон-то слабо идёт? Помощнее можешь чё взять? У меня же есть там какой-то гранатомёт. Подожди, блин, его не надо нам. Нафиг его выкидывать, ладно. Давай, вот этого минусуй, давай, давай, давай. Вот этого тоже. Заряд. Так, зарядили, ну всё, дальше. Гранаты нам пофиг. Пофиг нам на гранату пока что. Энергию восстанавливаем? Никак. Восстанавливается, да? Ну, нормально. Все, дальше. Ой, здоровяк какой-то. Все, восстанавливаем. Ой, уничтожили на эту штуку. Ну идет. Давай! Идет, идет, да, гад? А где мне взять гребаный? Вон они, эти. Да ёпти, чё сначала начинать, что ли? Бляха-муха. Да ну, долго слишком. Ладно, сейчас. Собака, так неинтересно же. Так, забыл включить. Вс,
все, поднимайся. Ну, неинтересно это, блин. Ну, ладно. Наконец-то, мать твою. Как мне убить-то, ёб твою. И я. Смотрите, я так понял, смотрите, надо ему долбить вот в эти глаза. Давай. Потом прятаться, ну, по сути, сейчас. Вот так прятаться. Ой, ёлки-ёлки, прыгай, да? И вот так прыгать. После его удара. Далее он достает ссаные щупальцы, да? Давай, отрубим другую какую-нибудь. Ой! Понятно, вот почему он меня тогда убил. Все ясно. Теперь все ясно. Наконец-то, мать твою. Ты и я. Все по плану, я его типа шарахнул. Давай. Теперь он начинает крутить эти штуки, мы бежим. Мы побежали, да? Потом снова сейчас он глаза свои загорятся у него, да? Я долблю глаз. Опять он начинает крутиться. Нет, он не крутится, смотрите. Вот эту хрень, не пойми, как это мне надо уклоняться. Нам прятаться. Все, теперь он, давайте. Да, теперь он покраснел. Все, теперь у нас не без... А, теперь он нас хватает. Я жму пробел. Да, отлично. Все, падаем. Нет. Сейчас это будем мой костюм. Мочить цефов. Где-то. Они откуда? Сейчас посмотрим. Мы развили вашу технологию. Надо сразу все батарейки надо. Я отметить. Могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Че тут других батарей-то и нету, кстати. Ну да ладно. Так, сейчас, короче, они, наверное, подойдут, да? Или нет, лучше к ним идти, потому что... Ну там батареи нету, блин, как я буду заряжаться? И оружия там, наверное, нету. А вон есть, вон батарея, оружие, да, все есть. Ну все, идем к ним, значит. Итак, ребятушки, до свидания. Потому что у вас нет шансов. А, я забыл, надо броню включить. Дальше вот сюда, сюда, дом, на туре. Так, броню открутим пока что. Куда он делся? Так, все. И завались, чувак. Блях, ничего. Так, где еще батарея? Вот там оружие какие-то, вот здесь вот. Тихо. Да погоди ты. Падай. Нет, он сейчас уничтожит мою штучку. К сожалению, он это сделал. Че, альфа-цеп? Нет. Сделаем это. Все, жопа. Альфа-цеф долбит. Давай, долби его. Нет, пожалуйста, прыгай. Что делать? Валим, раз удар приближается. Ой. Не, пожалуйста. Удар опять, что ли? Открывай свои лопасти. Или он не будет открывать. Удар, что ли, опять? Опять удар, да? Чувствую сзади, за спиной там мясо, да? Может, он открывает это? Да, я. Отлично, спасибо, что напомнил. Че, ударяет, да? Сейчас? Ой! Это КТ, да? Нет, это не КТ, это просто КТ. Бам. И надеюсь, у нас третья штука получится. Нет, я не похож на тебя. Совсем не похож. Есть контрольная точка. Я лучше тебя. Фига, у тебя самооценка завысилась. Сейчас я покажу, на что способен. Давай. Ну, наконец-то. Все, всех отметил. Так, батареи не будем отмечать, они тут на каждом шагу чипахнут. Там... Что происходит? Подожди. Бам! Зачем я свое укрытие раздолбал?
Надо с той стороны оббегать, наверное. Пошлите назад, круганем. Круг навернем сейчас. А чё они там? Откуда они там появляются? Ну-ка, давайте сюда, ребят. А чё мне на вас энергию тратить, бегать? Туда-сюда. Вот тут как раз батарея, да? Отлично. Ой, какой здоровый-то. Надо броню включить. Может, его оружие взять? Да не, не надо. Ой-ой-ой, они сейчас уничтожат мой источник энергии. Чё, закончилось, что ли, у меня патроны? Чё произошло? Нет. Я не похож на тебя. Совсем не похож. Что бы было сейчас вообще-то? Я лучше тебя. Странно. Ну ладно, наверное, он меня саданул как-то мощно. Сейчас я покажу, на что способен. Ладно. Еще раз. Что-то я не ожидал, что тут парень может быть таким мощным. Значит, будем сдалека их мочить. Да, потому что сдалека они гранату не смогут кинуть. Так. Нафиг. Пинч бери. Да блин, они грены свои кидают. Офигеть, они тут мощно стали. Ты что тут забыл? Ну давай. Заряжайся, заряжайся. Давай, 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 давай. Тут что-то еще внизу, что ли? Я думал, в текстуре, что ли, застрял. Падай туда. Ой-ой-ой, завались. А, он типа... А, он энергию, да, это здорово, он энергию накапливает. Бля. А это кто еще долбит там? А, он маленький. А, и не один гад. Копим энергию. Включаем броню. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Давай, 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 давай. Потихоньку, потихоньку, помаленьку. Ну, я чувствую, мы его долго будем мочить так, с такого расстояния, потому что если мы тех мочили долго, маленьких, с такого большого расстояния, то это тем более. О, какой здоровый. Я его вблизи не смог расстрелять. Хотя посмотрим, если так очередями. Раз, раз, по одной. Еще зарядимся, давай. Давай броню эту, врубай на максимум. Ты вообще офигел, парень? Или кто ты там? Клин клином, да? То есть, а их оружие... Бля, он припёр себя. Есть. Нет, 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 пожалуйста, только не удар, только не удар. Бежим. Нет, 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 не удар, не удар, не удар. Беги, 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 беги. Я не вижу, что там происходит. Мне просто очково. После того, что он раньше с нами делал. Я вроде туда ему долблю, да? Бегом, бегом, бегом. Надеюсь, здесь у нас не достанет тут на этой штуке. Ну, не доползет до сюда. Да выдолбит им этот глаз, пацаны. Нет, 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 пожалуйста. Нет. Ага, уязвимость. Последний, последний долби. Все? Что это за разрушенный город? Ну, надеюсь, на этом все. Локация-то уж изменится как-нибудь. Ой, жми, жми, пожалуйста. Только вот тут не надо слиться, это будет тупо. Че? Фига я его разворотила. Ой-ой-ой-ой-ой. А у них мозг и вот это вот огромное оружие, да? Ой, броня на них одета. Как. Ой, что?
Правильно, лук бери. Сейчас луком будем долбить. Это тебе за команду, Раптор, сволочь. Какая-то каракатица там. Ногоножка прям вот так вот смотришь со стороны. Ой, засасывает, да? Майкл! Майкл, выбирайся оттуда! Я попал! Если он это выберется, его засосет нафиг. Как всегда, в конце всех засасывает. Майкл! Каунт убьют, все, всех засасывает. Я тебя вытащу! Времени нет! Мы опоздали! Они прошли! Я тебя вытащу! Пророк! Барнс, держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк. Пророк. Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина? Да, мы в космосе, да. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс, держись! У каждого есть выбор. Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс. Что-то в тебе есть, пророк. Барнс, держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс. Дело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Угу. Так, что-то начать игру. Нет! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция. Ничего ты себя толканул, блин. Ползем, да? Или что делать? А, просто стрелять, что ли? Мышь, чтобы стрелять. Ой, 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 что так относит-то? Подожди, мышь, какая мышь? Подожди, подожди, подожди. Да куда ты вверх? Вниз давай, вниз, вниз. Мышь один. Давай, потихоньку, давай, давай. Ну, что так относит-то? Сложно.
повыше. Во, наконец-то. Баба, что это за космическое оружие? Стреляю. А если не нажимать? Перегрелось, что ли? Вот прям город какой-то. О, леса строительные там были. Красиво все так. В космосе ничего не слышно вообще. Глухота. Ибо нечему там передавать звук. Атмосферу вошел, походу. И опять на острова. Че, прям в кровать упал, что ли? Железный человек. Учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок, но все же я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком. Костюм покруче был бы. Меня. Так, ну что же. И вот на таком вот красивом острове заканчивается игра наша, наше прохождение, точнее, да. Ну, игра, соответственно. Спасибо тем, кто уделил немножечко внимания, посмотрел это видео, или даже полностью прохождение, может быть, это, конечно, за гранью реальности. Ну ладно, в общем, желаю всем удачи, до скорых встреч, всем пока.